Вот такой комментарий оставили под одним из моих видео. Действительно, нет такого мужчины, который бы нравился всем женщинам. Но с другой стороны, не существует и такой женщины, которую бы хотели все без исключения мужчины. Бывает, видишь, как мужчина сходит с ума по какой-то женщине, и первая мысль, которая приходит в голову, да что он в ней нашел? Ни кожи, ни рожи, неряшливая, ленивая, и вдобавок характер говно. Я бы, например, такую женщину не стал ебать даже за деньги. Не потому, что мне не позволяют моральные принципы, а потому, что кроме отвращения она у меня ничего не вызывает. У меня бы на нее просто не встал. А этот мужчина так сильно на нее залип, что готов ей отдать все, что у него есть. Любимая фраза каждого модельера или стилиста, которую они говорят всем без исключения женщинам, ты должна подчеркнуть свою индивидуальность. Но на самом деле никакой индивидуальности у женщины нет. Они все одинаковые, как под копирку. Отличаются они только внешним видом, да и то не очень сильно. Именно поэтому любая баба старается 2 дня подряд не ходить в одной и той же одежде и тратит большую часть своих денег, а часто и не только своих, а и денег мужчины тоже, для того, чтобы хоть чем-то выделяться среди остальных баб. Потому что если мужчина увидит, что она такая же, как все, то он никогда в жизни не станет за нее переплачивать. Зачем платить огромные деньги за второсортный, а часто даже третисортный товар, когда можно выбрать товар гораздо лучше, за который не придется переплачивать?